Всем привет! Вы на телеканале ТКФК ТВ. И сегодня я снимаю сериал, который называется «Как сложно быть принцессой». Давайте начинать. Ой, после школы пришла. Какая скука. Ой, какая скука. В комнате еще своей. Что мне делать, интересно? Что мне делать? Что у меня весь замок ходуном ходит? Что опять там случилось, а? Flower Wishes, подойдите сюда. Flower Wishes. Да, ваше высочество, чего? Почему сверху что-то сыпется? Наверняка там ваша сестра опять оставила музыку. Или это ваша мама оставила музыку там. Сейчас я пойду выключу. Все. Ясно, спасибо. А, кстати, когда мама придет? А скоро вы пойдете встречать? Нет, просто узнать хотела. Ладно, я вам не буду мешать. А, кстати, вам что-нибудь принести? Нет, я не хочу. Я просто хочу отдохнуть. Хорошо. Так. Сколько время? Конечно же, 3 часа. После школы пришла, надо отдохнуть. Хочу поспать на троне. Ой. А кто? Меня нету. Flower Wishes, откройте дверь за меня. Ой. Да, ваше высочество. Ой. Доча, здравствуй, Flower Wishes. Я пройду, изволь... Ай, я все громлю. Какая я принцесса никудышная. Так, если ты открываешь дверь, то где моя дочь? Не знаешь, где моя дочка? Она в комнате опять вас ждет. И ясненько. Да, вы можете к ней подняться. Хорошо, сейчас я поднимусь. Я пролезу здесь. Сейчас, ой, чуть-чуть неудобно. Господи. Доча, можешь отойти? Доча, отойди. Дочь. Да, мам, секунду. Проходи. Ну, чего ты там опять натворила? Ничего, просто мне скука. Я не люблю быть принцессой. Это так скучно. По-твоему, лучше быть обычной пони? Это еще скучнее? Ты так принцесса, наследница трона. А я королева, а ты принцесса. Ты должна гордиться этим. Да, я горжусь без ума этим. Чего-чего? Ничего. Так, дочь, все, хватит. Подожди, сколько время? 3 часа и 15 минут. Тебе же в 4 ровно, нам еще целых полтора где-то или полчаса ехать до твоей школы музыкальной. Быстрее, дочь, собирайся. Мы опаздываем. Flower Wishes, приготовьте одежду, юбку ее. Я иду, мам. А ты взяла свой чемодан там или что-то? Нет, конечно, я его не взяла. Не люблю на музыкалку ходить. А корону взять? Ага, возьми. Мам, я возьму это Шопкинса своего, вот этого, возьму музыкального, если он тебе там нужен. Да, сказали Шопкинс скейтборд взять. Еще же сказали, что не да. Еще сказали взять свою любимую игрушку. Моя любимая игрушка. Ай, она не влезает. Ладно, другую возьму. У меня ведь целых 2 игрушки. Хотя нет, зачем мне нужны... игрушки, зачем они мне нужны, если у меня есть другие вещи? А возьму... себе поесть лучше. Вот. 2 штучки. Вот, кексики возьму. Ты все там все взяла? Да, иду.
А теперь идите к Flower Wishes. Позвольте, Любочку. Конечно, ваше существо. Простите. Эй, блин. Ну ладно, ничего. Дочь, ты ее оденешь? Да, одену. Все, я готова. Что дальше? Дальше пошли сейчас. Вот, давай. Ты идешь? Да, иду, мам. Все. Ой, Flower Wish, да там это, разберетесь, ладно? После музыкальной школы. Ой, эта музыкальная школа только вред приносит. Я вот, честно говоря, из-за нее вот юбку порвала. Потому что я неправильно соль бемоль что-то задела этим инструментом. Не расстраивайся. Принцесса никогда не расстраивается, дочь. Ты наследница трона. Думай уже о хороших вещах. Да, на хороших. Юбку порвала. Я тебе новую могу купить. Хотя Flower Wishes тебе зашью.